Re, viss ēters ir te! Полиция задержала группировку производителей и распространителей марихуаны в общей сложности 8 человек. Во время обысков были изъяты 12 килограммов готовой продукции, 30 килограммов свежей марихуаны и около 1200 саженцев. Две лаборатории достаточно большого объема были на территории Латгали при приграничной зоне, да. И одна небольшая лаборатория, ну, в какой-то мере, наверное, с нашей точки зрения, для тестирования различных видов марихуаны и их тенденции роста, такая небольшая исследовательская лаборатория в Риге. За последний год марихуана стала самым популярным видом наркотиков в Латвии. В топ-3 также вошли амфетамин и новые психоактивные вещества. Так, в прошлом году были ликвидированы 27 плантаций, в этом уже 28. Задержанным могут грозить сроки вплоть до 10 лет лишения свободы.